Всем привет, вы на канале Шеф Геймс. Распутались с братьями Бури, то получат по заслугам. Меня зовут Олег. Это Skyrim. И это крайнее видео в этом году. Поэтому я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам счастья, денежного благополучия и всего-всего, что вы хотите и не успели реализовать в этом 23-м году. Все реализовать в следующем 24-м. Как они достали меня болтать, то даже постоять невозможно. Поздравить людей. Также хочу передать привет и поздравить свою жену Катю и двух своих дочерей. Ксюшу и Настю. В общем, на этом поздравляшки закончим. И пойдем выполним каких-нибудь парочку простеньких миссий. Так сказать, закончить этот год наилучшим образом. И это, кстати говоря, плюс-минус 90-я серия видео на моем канале. Так что подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий. И мы с вами дальше увидимся в следующем году обязательно. Планов масса. Так, карта. Планов масса, поэтому имейте в виду. Будем с вами на связи. Так, я решил выполнить вот этот квест. Приют Редо Рана. Там завалить главаря бандитов. Лагерь Тихих Лун. Оттуда пойдем. Я налегке. Так, все, погнали. Я налегке. У меня ничего нет лишнего. Поэтому как раз сейчас, может быть, по дороге еще откроем несколько локаций. На праздниках закончу, скорее всего, проходить The Last of Us первую. Поэтому смотрите. Будет интересно. Буду продолжать прохождение Skyrim потихонечку. Он вам зашел, мне это нравится. Спасибо вам всем за поддержку, за комментарии, за лайки, за просмотры моих видосиков. Я надеюсь, вам интересно. Да я уверен, что вам интересно. Было бы неинтересно, вы бы не смотрели. Так. Я думаю, здесь должна быть простенькая миссия, без всяких заморочек. Завалим пару бандитов. А дальше посмотрим. Мне там столько миссий накидали. Так-то вот вообще, в принципе, если посмотреть, да, тут основных миссий полно. И дополнительных уже тоже накидалось тьма тьмущая. Погнали. Так, не ори, а то нас сейчас спалят. Милая, я дома. Где ты? Опа. Вот это интересно. Собака. О. Собака. Эй! Ты чё? Ты где? Ты кто? Ага, сюда иди. Так, хорош. Рубанул разбойничка. Стальные стрелы заберем. Тихо. Где ты? Теперь ты поплатишься. Так, кто из вас разбойник? Я тебя убью. В такой темноте вообще ничего не видать. Угу.
Железные. Так, монетки. Монетки пригодятся. Мешок. Не с деньгами ли? Нет. Давай откроем. Да, неплохо. Это, в принципе, 12 кило весит, можно продать. Напишите в комментариях добрые, теплые слова, поздравления друг друга. Будет приятно почитать. Опа. А мне поможет продвижение. Так, что тут у нас есть? Да ничего, пошли дальше. Посмотрите обязательно прошлую серию, там безумные подвалы. Так. Прохождение. Воу-воу-воу-воу-воу, Вася! Давай-давай! На! Получил! Опа! Хорош! Вот и как бы все. Ага. Золотишко. Что у тебя еще есть? Орча секира. Ну, продадим. Есть у него тут? Есть сундучок. Ну, конечно. Карта сокровищ. Неплохо. Эльфийские наручи истинной хватки. Атаки двуручным оружием наносят на 30% больше урона. Неплохо. Может быть, разложим их сейчас. Заклинание колдовства. Ну и медный обруч, как обычно. Можно, кстати, не брать его. Он стоит копейки. Так. Опа. Скрытность повышается. Тоже неплохо. Свет свечи. Надо прокачивать эту, конечно, фишку. Так, ничего нету. Зато есть микстурка. Тоже неплохо. Напишите в комментариях, что бы вы хотели, во что бы я поиграл в следующем году. Какие интересные игрушки посоветуете? Я, в принципе, много во что еще не играл. Во что было бы мне интересно. Так. Ну что? Здесь, я думаю, все. Здесь даже добывать нечего. Ничего нету. Скучная локация. Ну все, валим отсюда. Реально нет ничего. Ладно, сейчас, значит, следующую какую-нибудь миссию выполним. Как-то так. Как-то так. Возможно, Хогвартс Легаси я в скором времени начну проходить. Тоже интересная штука. В принципе, у меня есть мыслишка пройти третью мафию. Почему бы и нет? Еще хочу... Как она? Little, что-то Night. Короче, про маленькую девчонку тоже хочу пройти с геймпадом. Поиграть. Интересная игрушка. Так, мы погнали за наградой, во-первых. Все спят.
Ну ничего. Ульфрик-буревестник убил верховного короля. Сейчас разбудим. Уже скоро. Алло, не спать. Ты кто? Сколько же у наших врагов шпионов, диверсантов и убийц? Я за тобой слежу. Давай, давай, следим. Ничего интересного. Так, где ты? Угу. Опа. А что у тебя за подвалы? Интересненько. А вы кто? Здесь нет никакой иной власти. Фиска и Гриска. Не забывай этого. Подъем, братан. Да благословят тебя боги. И пусть земля... Великолепно. Да. Это просто неоценимое условие. Конечно. Получи свою награду. Ну? 100! Ладно. Надеюсь, тебе понравится. Конечно. Спасибо, братан. Ай, мастер, фломастер. Так, ладно. Скучно с ними. До невозможности. Как мне отсюда свалить? Пойдем потрещим с... Да ё-моё. С ярлом Фолкрита. Так вот, я думаю. Мне кажется, если здесь какую-нибудь книжку прочитать, что-нибудь прокачается. Ну да ладно. Да блин. Отсюда просто выйти невозможно. Эй! Поосторожней. Деньжат маленько подкопил. Так, с этим как бы все. Где у меня задание? С этим как бы все. Давай поговорим с ярлом Фолкрита. Что-то он мне там какие-то задания хотел дать. Поближе туда идем. Где он? Не вижу. Так, это что? Северный бастион и сосновая застава. Вот сосновой заставы поближе пойдем. Сегодня лайтовые миссии. Так. Сосновая застава. Ну, пойдем. Травки-муравки пригодятся нам для зелий. Блять. Так, не понял. Где? Чё? Кто? Кто орёт? Где он? Опа! Давай! Оп! Хорош! А меч-то неплохой, неплохой. Когти шкуры. Короче... Меч я сейчас пока юзаю. Я его немножко прокачал эбонитовым слитком. Соответственно, он мощности эбонитовых доспех и оружия. Где он? Меч Джита чего-то там. Джигалага. Что он делает? А черт его победи, что он делает. Я так понимаю, мне его вообще, по идее, надо кому-то передать. Скорее всего, этому путешественнику. А, как он? Каджит, Маджит. Ну, я его что-то пока не встречал, найти не могу. Палатка его стоит, а его самого нету. Это странно. Опа! Ну-ка, это что такое? Это что за гоп-стопы? Так, давай-ка я сейчас к тебе. Давай-давай. Оп! Хлысь! Хорош. Спешка. Да вы тут очумели вообще, ребят, уже, а? Оп. Да, иди. Слабенькая. С
следующем году посерьезнее миссии будем какие-нибудь проходить. Так, имперский лук. Урон 15. Неплохо продадим. Стальная стрела. А где еще? Все? Тишина. Странно. А ну-ка. Опа. Так себешно. Это что такое? Бежишь? Рыцарь. Крестоносец. Кстати, мне осталось где-то там последнее место поклонения посетить. И что-то мне там должно открыться, раскрыться и так далее. Не знаю, что. Эту миссию я еще ни разу не проходил, этих крестоносцев не было. Вот так вот они выглядят. Лидия решила приодеть... Так, это что такое? А как туда попасть? Теневая башня. Есть кто? Воу! Ты чё? С ума сошел? Ну, слушай, здесь они не такие мощные, как в подземельях Солитьюда. Здесь они реально попроще. Ну, хоть не так. Выносят. А то меня прям там в подземельях выносили. Пришлось снова мне на попроще перейти. А чё, наверх я никак не могу, да? Ну, ладно. Идем дальше. Так, ты кто? Что у вас опять стряслось? Привет, друг. Утила. Радостно видеть, что еще одна добрая душа радуется такому светлому дню. Так это пьянчуги. Да усталый вид. Иди сюда, раздавим бутылочку медовухи Хонинга. Ага. Мед Хонинга, так, с удовольствием. Тебе ну-ка. Не доводилось вкушать мед Хонинга? Да это же лучшая медовуха за пределами Совнгарда. Сладкая. Как поцелуй девицы в звездную ночь. И крепкая такая, что тролля с ног сшибает. Ладно, хватит болтать. Заходи, выпей со мной и с моими друзьями. Нет. Твое здоровье. Пошел ты. Приключения принесут тебе славу и богатство. Я больше чем уверен, что меня обуют сейчас. А мне что-то не хочется ничего терять из того, что у меня есть. О, какая! Говорят, неподалеку были какие-то беспорядки. Я собираюсь все разузнать. Давай. Хочешь, потом расскажешь. Ладно, я уже тут рядом. Красиво тут. Красиво. Воу. Ну, мы же легких путей не ищем. Полкрит. All Creed. Не туда. Это кто там вдыхает? Я или вот эта вот дурная мать Норри? Рыбка Норри. Вокруг тебя все местные мужики убиваться будут. Да ладно. Ребят, вы тут вообще накуриваетесь, что ли? Чё? Какие-то они здесь странные. Ладно, пошли в дом управителя. Опа. Хорош. Кто такой? Кузнец. Ну, пойдем. Я не помню точно, но, по-моему, здесь по...
о дальнейшем действии, мне домик да. Рад тебя видеть. Продадут. Наконец, хоть кто-то может помочь. Так, наверное, быть ярлом какая трудная работа. Об этом быть ярлом проще простого. Угу. Совет до последнего времени. Теперь он доблестно служит нам как тан. Ну а я, наконец, стал ярлом. Молодец. А, это ты? Угу. Ну, теперь посмотрим. Так. Правду ли о тебе люди говорят? В моем владении есть шайка разбойников. Отлично. И раньше мы ладили. Негласно. Поначалу они платили как полагается. Но теперь пора все подчистить. Займись этим. Будет сделано. Хорошо. Казнить всех бандитов. Никого не щадить. Ого. Ничего себе. Легиону всегда были нужны сильные и умелые воины. Если думаешь, что справишься, наш штаб расположен в Солитьюде. Так, ну окей, погнали. Найдем этих бандитосов. Интересно, интересно. Так, куда мы? Куда мы с вами должны пойти? Лагерь, хребет острия ножа. Так. В принципе, есть ближайшая точка. Пойдем посмотрим. А? Пойдем. Осторожней, что ли? Оп, тихо. Так. Сколько тут травок-муравок, а? Ничего-то я никого не наблюдаю. Где они? Наверху, что ли? Заразы. Точно, вон они. Так, братва, я тут к вам пришел. Ох, ё, да хорош. Да хорош. А чё у вас? У вас тут целые... Ну вы какие-то слабенькие, ребятки. Оп. Оп. Так. Давай сразу. Смотрим, они какие-то вообще... Пустые, ребятки. Кто тут следующий? Сюда иди. Пусто, пусто. Оп, есть. Золотишко. Ну, короче, у них вообще ничего нет. Где ты? Сюрприз. А вот это вот уже интересней. Сюда иди. А, стоять. Посмотрим, что там. Лежать. Так. Тебе не взять верх. Да блин. Ну кто там, чё? Бежать. Блин, горноцвет собрал. Просто царапина. Много вас тут, я смотрю. Ребятишек. О, смотри, чё, даже Лидия справилась. Золотое ожерелье. Посох обморожения. Продадим. Так, смотрим. Смотрим, что у нас имеется. Наверняка это не просто так. И здесь есть еще какой-то... Да,
Вон. Как обычно это есть, все сидят в подземельях. Сумка аптекаря. Заберем. Так. Еще какая-то отрава. Окей. Сундучков сверху я вообще не наблюдаю. Нету от слова... А, вот он. Новичок. Снова сундучок с новичком. Ну давай. На золотишко. Орочий боевой молот неплохо. Заберем. Продадим. Ага. Стрельба повышена. Неплохо. Охотничий лук. Так, я думаю, тут тоже особо ничего нету, да? Ясно. Тут что? Ничего. Так, я тут уже был. Хватит уже, блин, по третьему кругу ползать. Разбойник. Продолжаем нашу дискуссию. Шахта. Так. Конечно, я. Оп, главарь бандитов, давай. Ух ты какой, а? На две мирских, что ли? Тихо. Где у меня тут? А, блин, зачем мне магия? Течение. Оп. Что, не получается? Да что? Не страшно умирать? Ага. Не страшно. Ждет моего отчета. Двимерский щит. Продадим. Боевой топор. Но это будет, конечно, крохи стоить. Да. Эльфийский. Кирка. Что это? Железный двуручный меч. Что тут есть-то? Ничего нету. Стрела. А, железорудная жила. Адепт. Мне кажется, там нет ничего. Бывают такие в Скайриме запертые места, где просто нет ничего. Но прокачать взломы не помешает. Отлично. Так, так, так. Кто-то есть. Имперец. А чё толку от тебя? Чуть такое. И чё, ни книжки? Вообще ничего нет, что ли? Очень странно. Так. Главное, имперец есть, а толку нет. Кирка есть. А ничего нет. Ну, кроме железорудной жилы. Ну, заберем, давай.
Так, все. В общем, здесь ничего нету. Ловить тут нечего. Собрал я. Железную руду, несколько камушков добыл. Ну, в общем, скучно и неинтересно. Так, а что тут? Корундовая? Железорудная. Давай тоже добудем. И погнали. Погнали дальше в город. Получим награду, посмотрим, что я там могу, не могу что-нибудь прикупить у них. В районе. Не помню, хоть убей, где. Ой-ой-ой, зачем? Где была та самая ферма, которая. Которую можно было прикупить. Не помню. Так, карта. Фолкрит. Бежим, бежим, Фолкрит. Получать. Тебе там не попадался пес? Интересно. О ком псе? Даже не знаю. Кузнец предлагает награду за пса, которого он вчера видел на дороге. Я надеялся, что тебе он попадался. Ну, буду продолжать искать. Ты смотри без глупостей, чужак. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Так, ну это по ночам, конечно, тут неинтересно. Подождем 10 часиков. И пошли. Так, давай для начала. Это что? Закрыто. А вы со скольки тут, ребятки, работать начинаете? Я что-то не понял. У вас фиест, что ли, постоянные? Эй, Ярл. Чё мне рад скажешь? Пусть знают, что бывает, если мне не платить. Вот, это награда за службу. Так. Знаешь что? Ну, собственно. Ты мне нравишься. Не боишься запачкать руки. Настоящим. Даю тебе право приобретать собственность во владении Фолкрит. Если задумаешься о покупке, обратись к моему управителю. Так. Ой, Ярл. Ярл. Заходи как-нибудь поболтать. Управитель. Может, у меня найдется для тебя работа? Легиону всегда были нужны. Не теряй бдительности. Рано или поздно она нет, окупится. Это не то. А где управитель-то? Дигрит к моему управителю. Ты что ли? Кладбище Фолкрита. Быть Хускарлом Фолкрита – это честь. Хускарл, да? А управитель? Где? Да. Фиг найдешь. Проявляю уважение к Ярлу, и тебе будут тут рады. Ты что ли? Я здешний управитель. Так. Я служу Ярлу Сидгейру и служила Денгейру до него. На протяжении столетий здесь отгремело множество. Почему кладбище такое большое? Люди копали могилы и устанавливали памятники. И рядом вырос город. Со временем слава Фолкрита немного померк. Домов на продажу нет. Но я могу предложить отличный участок земли, где можно построить собственное жилище. Угу. Угу. Так, давай. Что желаешь? Давай, 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 давай. Быстренько сохраним игру. Пусть мудрость вечно освещает твой путь. Я вот не помню, это он или нет. Та земля, о которой ты говорила. Это отличное место. Есть все, что надо. Ты не давай берем. Вот документ на твою собственность. Иди по дороге на восток от Фолкрита. Затем на перекрестке поверни на север. Пройдешь сосновую заставу. Поместье Озерное. Да, это оно, по-моему, и есть. Береги себя. Ну пойдем. Я купил себе дом у пруда.
Так, куда идти? Куда идти? Куда идти? Блин, тихо, стоям было. Ага, ага, ага. Все окей. Карта. Сосновая застава. Сосновая застава. Поместье Озерное. Все окей. Рядом с сосновой заставой. Идти недалеко. Да, точно, я помню это место. Здесь я себе домик и покупал. И он, кстати, хороший будет, большой. Правда, денег туда нужно будет вкинуть. Просто тьму. Успокойся. Тут там... грязевой краб. Золото. Нормуль. Кто в меня стрелял, я не могу понять. Вот я и дома. Поместье Озерное. Ну хорошо. Начнем. Есть сундучок, в котором есть глина, железный слиток, карьерный камень и корундовый слиток. Есть плотницкий верстак. Купить лес для строительства, использовать чертежный стол, чтобы приступить к постройке своего дома. Так, погоди. Чертежный стол. Разное. План малого дома. Хотите создать этот предмет? А у меня что-то другого-то и нет. Так, погоди пока. Что тут пособие для начинающего землевладельца? Ой, как интересно-то все, а? Ну, понятно. Сначала малый дом, потом достраиваем. Очуметь. Башенка. Ну, круть. Да, нехило. Ну, давай начнем. Оп, план малого дома. Использовать что, чтобы приступить к постройке дома. Так, используйте плоский верстак, чтобы построить фундамент дома. Фундамент дома. Опаньки. Ага. А тут что-нибудь можно? Каменный карьер, отлично. Так, а вот это что, деревяшки лежат у меня? Место рождения глины. Распиленные бревна. 20 штук. Здесь, по-моему, только покупать их можно. Так, погнали. Дом. Опаньки. 10 гвоздей и 10 карьерный камень. 10 гвоздей. 10 карьерный камень. Карьерный камень был. 10 штучек берем. Так. Погнали. Фундамент. Есть. Построили. Дальше. О, как. Какая красота. А что еще тут у нас есть? Озеро, да?
Ну давай. Дом. Стены. 10 гвоздей. А я могу, а я могу. А что мне надо? Блин, железный слиток. Гвозди, железный слиток. Так. Но кузницы-то у меня нету. Правильно? И плавильни у меня нет. У меня есть. Получается, это еще железорудная. Да, но, к сожалению, у меня нет ничего. Сейчас гоняем. Возьмем гвоздей. Кузница. Кузня, ты где? Это не кузня. А где кузня? Кузня, кузня, кузня. Ты где? Я что-то потерялся. Ага, во. Так, а плавильня-то есть? Да ты верно прикалываешься. Да блин. Плавильни нету ни одной. Ну и как так? Издевается, в общем. Я тебя понял. Чего? Опа. Дракоша Коша. И его друзья. Ладно. Сделаем ход конем. Жилищ в тундре. Так, где там моя плавильня? Железный слиток. Хорош. Что у меня там? Наковальня. Стройматериалы, замок. А что нужно? Корундовый слиток. Давай. Возьмем еще 100. Так, стальной, не знаю, нужен мне, не нужен. Возьмем. Так, корундовый слиток возьмем. Есть корундовая руда. Ладно, железный слиток тоже берем. Драконья. Все. Стройматериалы. Так, замочек. Замочек. Давай, раз. Замочек, два замочек. Пару замочков-то сделаем. Гвоздей. И сколько гвоздей у меня будет? Один, что ли? А, 10 гвоздей. Все, окей. 2. 3, кстати, неплохо повышается. Повышается кузнечное дело. Так, железная фурнитура. Я думаю, одну я на всякий случай сделаю. Петель. 1, 2, 3, 4. И еще, значит, гвоздей, 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 гвоздей. Хватит. Оп. И погнали назад. Погнали назад. Где там мой... поместье Озерное. Где мое поместье Озерное? Пойдем. Значит, плотницкий верстак. И мы делаем... 6 распиленных бревен, 10 гвоздей. У меня 70. Неплохо. Теперь еще 4 глины. Отлично. Так, что у нас вышло? Колонны. Колонны деревянные.
Неплохо, неплохо. Теперь 4 глины. Берем. 4. Делаем. Дом и стены. Да. Так, что у нас вышло? Красота. Да и только. Ну, неплохо, неплохо. Так, зашли. Хорошо. Погнали дальше. Что еще? Что еще? Пол. Карьерный камень. Так. И стропила. Стропила. Раз. Дом, крыша. Два. Теперь пол. 4 карьерных камня. И идем смотреть, что получилось. 4 карьерных камня. Оп. Да. Стоять. Еще не все. Есть такое дело. Опа, двери. Ничего себе, а у меня все есть. Железная фурнитура. Распиленное бревно. 4 штуки. Замок 2. Так, 2 петли и 2 гвоздя. Да. Двери. Ох, ё, загон для животных. Полисадник. Стойло, шмойло. Ладно, это мы дальше будем смотреть. Итого. Дом готов. Дом готов. Красота. Без окон. Без окон прям красота. Ладно, заходим. Заходим и смотрим. Что есть? Есть сундучилла. И он пустой. А еще есть верстак. Мебель. И понеслась. Контейнеры, бочки, тумбочки, мебель. Квадратный стол, еще чего-то там, полки. Да, детка, настенные светильники разные. Что самое обидное, вот что самое обидное, то что здесь готовые сеты. То есть, по-хорошему, нельзя что-то где-то переставить. Палисадничек. Стоил. Так, точильный камень. Чилинник. Плавильня. Вот плавильню надо бы. Так, 2 железные руды. Да блин. 6 глины и 4 карьерный камень. Отлично. Плавильню ставим. Чего? Верстак бронника. Это что такое? Так, ладно, мне нужен. Твою же историю. 2 железные фурнитуры. А у меня ее нет. Обидно. Досадно. Так, ладно. Карьерный камень. Карьерный камень у меня имеется. Карьерный камень. Не помню, сколько там надо. Так, верстак. Есть. Загон для животных и палисадник, да? Железная фурнитура. Так, плавильня. Мне нужна плавильня. 2 железные фурнитуры, глина, карьерный камень. Железный слиток. Так. А, железная фурнитура, ладно. Еще разочек в жилище тундры идем. Черт бы его побрал-то, а? Так, олень. Железная фурнитура мне нужна. Раз, два, три, четыре, пять. О, новый уровень.
Новый уровень. Новый уровень. Что у меня есть? Так, смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Берем запас сил. Кузнечное дело пока что еще рано. Так, что можно взять? Что можно взять? Изменения. Восстановление, да? Ученик школы восстановления. Двойное восстановление. Регенерация. Это что? Лечебное заклинание. Так, стоять назад. Давай, ученик школы восстановления. Заклинание школы восстановления. Уровня ученика. Расходы вдвое меньше магии. Берем. Это всякие лечилки и так далее. Идем обратно. Где он? Да. Идем обратно. Так, красота. Что мне надо? Что мне надо? Мне нужна плавильня. Плавильня. 5 железных слитков. Да блин. Да блин. 6 глины и 4 карьерных камня. Железных слитков. Блин, зря я так. Железо где у меня? Вот здесь, по-моему, да? Да. Добудем железо. Раздобыл я немного железных. Так, плавильня. 6 глины, 4 карьерных камня. 4 карьерных камня. Значит, один мне карьерный камень. И что там? Глина 6? Или 4? Не помню. Пусть будет так. Плавильня добудет. Палисадник, закон для животных. Так, пчелиник стоило точильный камень. Пока не горит. Где плавильня? Привет. Привет. Плавильня есть. Теперь давай в дом зайдем. Что можно сделать в доме? Для начала. Так, разные. Вешалка. Блин, козьи рога. Я где тебе должен их найти? Карьерный камень. Да чтоб тебя, а. Гребаный карьерный камень. Карьерный камень. Так, есть. Карьерный камень есть. Ну-ка. Очаг. Очаг сделали. Света немного прибавили. Это уже хорошо. Козьи рога, козьи рога. Где же мне их, блин? А сколько надо? Козьи рога одни, железная фурнитура есть. Так. Так, были у меня в моем жилище в тундре козьи рожки. Поэтому настенные светильники аж 2 штуки есть. Так. Вот теперь уже поуютнее, да? Да. Что еще? Мебель. Квадратный стол и стулья. Ой, полоски кожи, 2 соломы. Божечки, ложечки. Так. Окружение. Еще настельный свет.
Блин, еще козероги. Полки. Это мне пока не интересно. Мебель. Квадратный стол. Так. Двухспальная кровать. Четыре полоски кожи и две соломы. Где же мне взять солому-то? Хороший вопрос. Так, давай посмотрим, что можно еще здесь сварганить. Загон, так, пчелинник, стойло, точильный камень, ясно. А что здесь? Чертежный стол. Могу? Могу. Главный зал. Необходимо ничего. Дом брать верстак. Нет, пока нет. Главный зал. Изучаем. Что нужно для главного зала? Дом. Главный зал. Ой-ой-ой. Не понял сейчас. А где? А. Главный зал, дверь. Допустим. А, главный зал, фундамент, да? Четыре бревна. У меня один. И 30. 30 карьерных камней. О, понеслась. Понеслась жара. Главный зал, да? Главный зал. Че, идем. Прикупим в Фолкрите дерево. Денежки у меня еще имеются. В общем, эту серию уже подзавершим. Говорят, стражи рассвета возрождаются. Это охотники на вампиров. Тем, что достроим, наверное, главную залу. Так, а где тут? Лесопилка есть, что ли? Что-то я не понял. Тут нет лесопилки. Да хорош. Так, лесопилка, лесопилка. Нету. Карта. Так, лесопилка. Рядом только вот это. Лесопилка. Вот лесопилка. И у кого мне купить? У кого мне купить лесу? Так, в смысле? А! Погоди, так мне нужно было сюда, что ли? Реально? Так, хорошо. Где задание? Купить лес для строительства дома. Опаньки! Ага. Так, купить лес. И что я должен сделать? То есть я сам должен, что ли, напилить? Я что-то не понял. Использовать. Так. Дальше что? Что-то я вообще не помню, как это все происходить-то должно. Так, а куда у меня карта указывает? Купить лес для строительства дома. Я что-то не понял, как я должен их добыть таким вот образом. Сейчас посмотрим, добавится мне или нет. Но это будет очень долго. Так. И...
И... Все, что ли, я взял их или что? Может, мне у кого-то купить? Ничего не понятно. Вон. Я тоже так думаю, что надо просто у кого-то купить. Чем могу помочь? Лес мне нужен, дай сюда. Боги мои, Хирт. У нас гости. Давай, давай, шевели своими копытами. Может, их патрули, кажется, никогда нас в покое. Куда вы поставляете товар? Мы поставляем товар в Фолкрит на юге. Угу. Фолкрит торгует с соседними владениями, и без нашего леса мы принимаем гостей, когда мы... Строительством занимаешься? Угу. Мы можем доставить это куда пожелаешь. Так. Я беру бревна 20 штук. Могу я самостоятельно заготовить лес? Я не могу за просто так отдавать хороший лес. А, я тебя понял. Строительством занимаешься? Давай. Уже отгружаю. Распильные бревна 20 штук. Так, купить лес. Строительством занимаешься? Мы можем доставить это куда пожелаешь. А ну-ка, погоди. А если вот так... А если вот так? Сколько? Чего ты хочешь? Строительством занимаешься? 200. Нифига. Короче... Уже отгружаю. Еще давай. Занимаешься? Уже отгружаю. Давай, отгружай. Строительством занимаешься? Уже отгружаю. Строительством занимаешься? Уже отгружаю. Не хочу я бегать там по 100 раз. Строительством занимаешься? Уже отгружаю. Строительством Потому занимаешься. Что мне там много придется Мы, может, строить. Уже отгружаю. Строительством занимаешься. Уже отгружаю. Строительством занимаешься. Мы можем доставить. Уже отгружаю. Все, спасибо. Хватит. До встречи. Я думаю, хватит. Так. Ну-ка, карта. Оп. Сколько у меня леса? Сколько у меня леса? Леса. 181. Я думаю, мне хватит за глаза. Так, посмотрим. Ой, не то. Простите. Дом. Фундамент. 30 карьерного камня. One moment. Так, карьерный камень есть. Строим главный зал, фундамент. Готово. Смотрим. Отлично. Дальше. Дальше. Что у нас там? Главный зал, пол. Главный зал, стеновые балки. Раз. И. А, еще глину надо, да? Так, карьерный камень. Да, пол сделали. Главный зал, перекрытие второго этажа. Гвозди, распильное бревно. Да. Теперь стропила. Да. Теперь мне нужно... Блин, гвозди, глина. А здесь гвозди, глина. Грусть, печаль. Мне нужны гвозди и глина. Глина-то есть, а вот гвоздей у меня нет. О, огонь. Вот это я понимаю. Вот это красота. Вот это красота. Опа. Пока что да, пока что так. Так, ладно, пошли гвоздей сделаем. Так, я раздобыл и того, и сего. Делаем раз стены. И так, еще две глины надо мне. Надо две еще глинки. Две глинки.
Есть. А остальные стены... Да погоди ты, дурачок. В смысле? А. Вот, блин. 4. Так. И... Да. Готово. Главный зал крыши. Что надо? 25 гвоздей. Да ты сумасшедший. Так, крышу надо сделать. Так, наконец-то есть у меня гвозди. И завершаем постройкой крыши. Так, а подвал что? 50 карьерных камней. Ладно. Давай быстренько сейчас еще для подвальчика сварганим. И на этом, я думаю, будет все. Итак, достраиваем подвал. И у меня основной дом на этом все. Из чертежей. Да, будет целая куча еще всего открываться дальше. Это будет уже в следующем году. А сейчас посмотрим, зайдем. И посмотрим, что у нас, в общем-то, получилось. А получилось у нас следующее. Где тут? Свет свечи. Ну-ка. Оп. Пошли посмотрим. И да. Офигенчик. Просто огромнейшее здание. На второй этаж. Так, где лестница? Второй этаж. Здесь будет каминная часть. Огонь, все дела, да? Да. Здесь будут комнаты. Так далее, так далее. Целая куча. Здесь столько убранств нужно будет сделать и накопить вообще целую кучу всего. Просто целую кучу всего надо накопить, стройматериалов. Дальше, подвал. Подвал шикарный, огромный, большой, будет с кузницей и со всей канителью. С сундуками и так далее, и так далее. С манекенами там, со всей приколюхой. Что-то здесь вот еще есть какое-то отделение интересное. Но это мы все посмотрим, будем расширять, будем делать, конечно. Так себешная лесенка тут, ну... Ничего, что есть, то есть. Классно. В общем, давайте так, на этой ноте мы заканчиваем. И уже в следующем году с вами встретимся. Будем дальше продолжать играть в разные игры, Skyrim и не только. Еще раз с наступающим Новым годом. Увидимся. Пока-пока.